Moneyball. Привет, друзья! Меня зовут Денис Щербаков. Сегодня мы поговорим о струнах. Я являюсь артистом компании Ernie Ball. Ernie Ball – ведущий производитель струн для акустических и электрогитар с 1962 года. Сегодня мы немножко разберемся, какие есть наименования, сделаем небольшой обзор. Итак, поехали! Струны Ernie Ball выбирают такие гитарные звезды, как Томми Мануэль, Энди Маккей, Стив Вай, Эрик Клэптон, Ангус Янг, Джимми Пейдж, Джефф Бек, Джон Петруччи, Джон Майер, Джой Бонамасса, Пол Маккартни и многие другие. Струны Ernie Ball фосфорная бронза. Эти струны очень популярны среди музыкантов, идеально подходят для перкуссии и фингерстайла. Струны серии «Алюминиевая бронза» – одни из самых ярких. Одним из интересных аспектов струн алюминиевой бронзы является то, что на них нет покрытия, но натуральные свойства алюминия продлевают срок службы. Эти струны долговечны и обладают низкими частотами. Струны серии Everlast имеют специальное покрытие, которое защищает струны от грязи. У этих струн есть специальная обмотка с нанопокрытием, которое предотвращает накопление влаги, масел и других загрязнений с пальцев. Струны также оснащены технологией, которая предотвращает разрывы. Струны Ernie Ball серии Paradigm. На сегодня Paradigm – самые прочные и стойкие струны для акустических гитар на рынке. Одно из невероятных преимуществ серии Paradigm не только в том, насколько быстро они настраиваются, но и как хорошо и долго они держат строй. Звучание и ощущения от игры на этих струнах будут точно такими же, как при игре на струнах без покрытия. Друзья, теперь мой личный опыт. Около 10 лет я играл на струнах Elixir. Пришел буквально год назад к тому, что надо кое-что поменять. Мне мешало, особенно когда вы работаете в подключении, когда у вас большой звук, или это тонкая работа в студии, мешают вот эти обертона, колкий звук, очень искрятся. Я с этим долго боролся, как-то выравнивал это на датчике. И потом решил поменять струны, и уже где-то год я играю на Ernie Ball, и так вышло, что меня пригласили быть артистом, и вот сейчас я показываю эти струны. Итак, всем спасибо за внимание. Я думаю, что в Ernie Ball все найдут то, что каждому нужно. Очень большой ассортимент. На каждую гитару, на любой вкус, на стиль в музыке вы найдете это все в Ernie Ball.